Всем привет! Сегодня украшали с самого утра, рано-рано приехали на 8 часов, даже раньше. Мама, как пионерка, всех привезла, и сестра с мужем приехали, и с дочкой, и с сыном приехали, помогали. В общем, мы думали, мы целый день будем возиться, управились буквально в 2 часа, а то и быстрее. Такие молодцы, все нам помогли. Сейчас вам покажу, как все выглядит изнутри. Арочка, которую я сама украшала. Тут у нас туалетки. Мужской, женский. Сейчас покажу, как там внутри. Такая картина тут висит прям в туалете. Женщина с флагом. Такая вот огромная кабинка. Это, скорее всего, кабинки, может, для инвалидов. Я не знаю, но она одна такая огромная. Вот так два зеркала. Вот она я. Страшничка. Пока без косметики, с прически. Такая вот сушилка для рук. Куда там вставляешь? Вот. И еще тут 4 туалетки. Так, все. Началась туалет. Идем показываем. Все, она красивая, зал. Мы упаковали в холодильник все напитки наши. Такой вот там вид из окна. И так вот мы украсили зал. А там вот мой френдюшка музыку организовывает. Шкура животных висит. Медведь, наверное. Нет, какой-то бараш. Индеец. Опять шкура какой-то коровы. Вот не люблю развешанных животных, конечно, но такой уж у них стиль этого павильона. Я его снимаю, он меня на камеру. И тут я буду идти по этому проходу. Здесь написано: сегодня я выхожу замуж за моего лучшего друга. Зовут Ентова, вот. И как же здорово вид из окна с обоих сторон. А вот над камином тоже картина. Вот это вот по углам висят наши мишки. Первый Френдюшкин подарок на День Валентина. Вот это типа он, это типа я, белый мишка. И наши мишки будут хранить наши кольца. Стоит наш грузовичок. Трейлером там я буду краситься, одеваться, кручить себе прическу.